Здравствуй, дорогой друг! Случайно наткнувшись на это видео, бродя по просторам бескрайнего интернета, ты смотришь программу «Заказнет», в которой я, Бакуня Асанова, и Амир Дакаскас рассказываем тебе о сайтах Казнета. В этом выпуске мы расскажем о новостных сайтах, самых интересных и самых посещаемых. Начать хотелось бы с самого конфликтного сайта, где очень много срача в комментариях. Кстати, удобных комментариях. Tengri News. Эталон качества сайтов в Казнете. Установленный на всех планшетах, на всех телефонах, смартфонах. Мне даже мама записки пишет на холодильнике с сайта Tengri News. На Кипре сегодня кризис финансовой системы, на улице холодно, одень шапку, целую мама. Tengri News уже второй год становится лучшим сайтом по версии Award.kz. Но мы, как самые лучшие тролли сайтов Казнета, найдем у него изъяны. Грамматика. Наверняка сайт кишит безграмотными журналистами. Вот сейчас проверю. Ага, угу, вот-вот. Взаимовежливо и без буквы «Н» написано. А, Бакунь, там буква «Н» не нужна. А, да? Сейчас. Потому что и запятой нету после там, «потому что». Там слово «исключение», там запятая тоже не нужна. А, я знаю, на сайте нет новостей порноиндустрии. Нет, не то чтобы это мне было интересно, просто мы тут минусы ищем. А я его нашел. Нашел? Все. Сам пошел нахуй. Ну, а в остальном, в принципе, платформа идеальна. Аж бесит. BNews.kz. Сказать, что это правительственный сайт, не сказать ничего. Это как Хабар, только в интернете. У них даже есть записи заседания правительства. Программы сегодня достаточно хорошо сказали, много говорили, она очевидна. И я хотел бы сказать, что основными элементами этой программы должна быть масштабность. Она есть в этой программе. Темпы, они будут заложены, внеся новые технологии. И, конечно, системность реализации этой программы. Кому это нахрен надо смотреть? Закон KZ. Шестой сайт в Казнете по посещаемости. Если в жизни все ссылаются на закон, то в интернете все ссылаются на закон KZ. Не так замудрен и красочен по функционалу и дизайну, но зато информативен по содержанию. Здесь есть все, от аналитики до местных сплетен. Здесь тоже нет новостей порноиндустрии. Елена Беркова не прошла кастинг в Виагру. Today.kz – типичный новостной сайт Казнета. Всегда свежие, актуальные и интересные новости. Вот там всегда свежие актуальные новости, интересные очень. Вот, к примеру, смотри. Мансуров проинформировал Ахметова о реализации межгосударственных целевых программ ЕРЗС, многоплановой работе в социально-гуманитарной сфере, а также о деятельности антикризисного фонда ЕРЗС и созданной в 2013 году венчурной компанией Центра высоких технологий ЕРЗС. Классно же? Или вот подожди, еще подожди, подожди, я еще прошлую не переварил. Блин, интересно, они новости сами пишут или им присылают? Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. А, извините, это здесь новости размещают, да? Да, здесь. А кто непосредственно этим занимается? Ну, я. Вы? То есть я вчера вам новость кинул, вы не могли бы показать, что вы скинули? Ну, что скинули, то и разместили. Ну, показать. Вот, пожалуйста, проводится кастинг на первый казахстанский порнофильм. Вы с ума сошли? Какой кастинг? Какой порнофильм? Вы понимаете, у нас утренник был. К нашим детям Елена Беркова пришла. Что? Ой, простите. Да что, простите, за это спасибо хочу сказать. А за все остальное? А что? Вы понимаете, у нас маленький Петечка раньше пианистом хотел стать. А теперь что? А теперь что? Сантехником. У нас дети в манеже разносчиков пиццы играют, вы представляете? А Коля с Васей что каждый день делают? Лопатками меряюсь. Машенька. Машенька по-немецки заговорила. Ну так это же прекрасно. А что, прекрасно, ей 2 года, она до этого вообще не разговаривала. Да что вы на меня орете вообще? Я, между прочим, на этом сайте все сама делаю. И новости сама размещаю. И код пишу этого сайта сама. И на встречи с клиентами сама. Я же даже мусор здесь сама выношу. Что вы на меня орете? Ну, девушка, простите, ладно. Простите, погорячился. Ну, правда, родители Машеньки просто очень удивились, конечно. Ну, девушка, ну, какой сайт самый лучший? Какой сайт входит в топ-10 Казнета? Наш. Где самые актуальные новости? Today.kz. Где, простите? Today.kz. Это не Tengri News? Мужчина, это Today.kz. Опачки. Пардоньте, я пойду туда про Машеньку в другом месте расскажу. И на сегодня, пожалуй, это все новостные сайты в Казнете. Нет, 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 их в отличие от социальных сетей в Казнете намного больше.
На сегодня все. Подписывайтесь на канал Гонза, на мой канал, читайте меня в Твиттере, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь, плодитесь, размножайтесь. Yeah! О, смотри, первый комментарий написали. Выдал бы... Амир, тут про тебя, кажется. Иди работать на завод. Мам! Долбоёб через ё пишется. Мы расскажем о новостях, сайтах, интересных, самых посещаемых, самых... Так, меньше кривляйся, Бакмин. Тебе сказали меньше кривляться, значит, будем так записывать. А мальчик сказали переигрывать. А вот другой сайт. И начать хотелось бы с самого конфликтного сайта. Сука! Сука, сайта! Читайте меня в Твиттере, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, пишите комментарии. Спасибо. Так, кулак летит.